Еще ни одной тренировки не пропустил. Только все время нагнул. Нагнул, раздевалки, в тренажерном зале. Без этого нельзя. Я все время вижу, как они чувствуют себя, какое настроение, то, как выглядит. Это тренер должен таким быть. С ними играл, со всеми, значит, и со Стариковым, и с Макаровым, и с, значит, с Колей Макаровым, и с Зуевым, это же мои уже как бы воспитанники, Давыдов, Гусманов, Карпов, Варицкий. Приз юности, по-моему, так назывался тогда турнир, а я играл за «Спутник», и я стал лучшим командиром в этом турнире. И вот они подошли ко мне и сказали, что давай приходи в «Трактор», поиграешь, ты в «Спутник» всегда вернешься, спеешь, а здесь можешь, может, все нормально получится. И получилось все нормально. Челябинск – особенный город для многих выдающихся хоккеистов. Точка отсчета – город, где начался хоккейный путь. Валерий Белоусов родился в Новоуральске. Челябинск для молодого трудолюбивого парня должен был стать перевалочным пунктом, частью пути. Но оказался городом, куда он будет возвращаться вновь и вновь. Городом, который дал ему все и которому он посвятит себя без остатка. Я по натуре такой, видать, тренер, что я хочу что-то выигрывать. Как и игроком, как и, значит, и тренером. И я был нападающим. Мне, в общем-то, иногда обидно, когда, значит, ребята не забрасывают шайбы, мало бросают по воротам. Это мне, в общем-то, очень обидно. Подводя итоги российских чемпионатов за последние 20 лет, вы почти всегда найдете в числе лучших команду Белоусова. С ним неразрывно связана эпоха побед «Магнитки» в 90-х. Он впервые привел к золоту омский «Авангард» в 2004-м. С ним «Трактор» добился лучших результатов в истории. Никто не одерживал в плей-офф более 100 побед. И при этом о трижды золотом тренере, о том, какой он, почти никому не известно. Я думаю, что где бы я ни работал, и в Магнитогорске, и в Омске, всегда, в общем-то, было хорошее настроение, хорошие люди всегда попадали. Может быть, потому что я всегда приводил команды к каким-то результатам, к медалям. Поэтому такое отношение, наверное. В челябинском хоккее ему подвластно все. Его авторитет вообще выходит за рамки хоккея. Ну а в команде в руках Белоусова сосредоточены все нити управления. Невозможно представить, что с ним кто-то спорит или даже не соглашается. Будто он здесь безжалостный диктатор. Но это не так. Понимаете, я никогда не кричу, потому что, еще раз говорю, много видел всего, и мне бы хотелось с ним поговорить нормально, и все равно человеческие качества, они превыше всего сегодня. Потому что накричать можно в любой момент, а как вот после этого будет? Ни на одной пресс-конференции Валерий Белоусов не будет главным героем. Не станет находкой для журналиста, но при этом каждый заметит, как он переживает. Какую ответственность готов нести за каждую шайбу, пропущенную его командой. Конечно, обидно за 2,5 минуты проиграть матч. Но, как говорят, в финале кто меньше допускает ошибок, тот побеждает. Когда проигрываешь, да, мучаешься ночь. Скорее бы утро и разобрать эту игру, где какие ошибки. Когда выиграл, то вроде как бы спокойно спишь. А так бывает, мучаешься, встанешь после игры, прокручиваешь это видео, разбираешь эти ошибки сам. Потом утром, значит, им показываешь. Вот эта работа, наверное, такая она должна быть, теоретические занятия, все это должно быть. В этом сезоне «Трактор», конечно, не собирается отказываться от комбинационного хоккея, который позволил ему бороться за Кубок Гагарина. Валерий Белоусов всегда отличался тем, что не боялся показывать свои тренировки, как будто ему нечего скрывать. А при этом тренировочный процесс «Трактора» чрезвычайно интересен. Много передач и движения. На тренировках он тоже немногословен и еще менее эмоционален. Каждое мгновение он целиком погружен в работу. Это заметно. Тренер, который не упустит ни одного момента. Не забудет ни одной ошибки. Из мелочей оно все и бывает. Что бытовая, что, значит, тренировки, что игра. Мелочь самая такое, если эти мелочи все убрать и убрать их до конца, то команда будет постоянно выигрывать. Я когда сам играл, я видел очень много перед собой тренеров и много с ними, значит, общался. Это и Тарасов, и Чернышов, значит, и Бобров, и все эти люди, и Михайлов, с которым я в последнее время работал в сборной, Крикунов Владимир. Здесь долголетие как?
Я считаю, что если тренер показывает результат, это не важно, какой, наверное, сколько ему лет. Да? Есть результат, значит, ты работаешь. Если нет результата, значит, ты уступи место другим. Меняется время. Меняется хоккей, команды, тренеры, чемпионаты, размеры площадок. Меняется жизнь. Но его хоккей остается актуальным. Белоусова критикуют. Он об этом знает. Каждый сезон находится тот, кто говорит, что такой хоккей устарел, что нужны другие скорости, что Акбарсу трактор безнадежно уступает. Но результат на табло. Хоккей он остается хоккеем, в принципе. Меняются игроки, тактика меняется, меняются тренера. Я никогда ни под кого не подстраивался. Я считаю, что как, если у тебя получается что-то, зачем что-то менять и брать с кого-то пример. Там, много, в общем-то, иностранцев приезжает. И пусть у нас своя школа будет, как говорил Тарасов. Мы должны сами своим умом выигрывать медали. Наставник. 23-летний Валерий Белоусов при всей своей скромности считал, что его призвание – забивать шайбы. Вера в это, талант и усердие сделали его лучшим бомбардиром в истории Челябинска. Но его след в российском и мировом хоккее запечатлеют игроки, путь которым он указал как тренер. Я всегда им говорю, что я вам даю канву, как вы должны играть. Но хоккей такая штука, что у вас нет микрофонов в ушах, что я не смогу на льду вам что-то подсказать. Когда на скамейке, да. Поэтому здесь вы должны импровизацию сами уже творить. Потому что вы мастера, вы профессионалы, вы должны думать. Какие бы ни были ситуации на поле, в бытовой жизни, он никогда не переходит на личность и остается всегда человеком и разумно объясняет человеку доходчиво, как нужно поступить в какой-то либо ситуации. Есть такая уверенность в том, что он делает, и он все, как это подносит команде с уверенностью, то есть мы будем так делать и так. Он там не кидается, там одну игру, может быть, так сделаем. Ну, то есть у него есть системы свои проверенные. И я думаю, результаты последних годов трактора в чемпионате КХЛ только показывают, что эти системы работают. Так что все ребята доверяют. Бывают моменты, когда видишь, что игрок немножко поплыл где-то. Значит, видишь, что он играл, и вдруг где-то что-то с ним, или после травмы там бывает, или, может быть, игру где-то проиграл, где-то, значит, допустил массу ошибок. В принципе, я всегда с этим игроком разговариваю нормально, вызываю его к себе, показываю по видеомагнитофону, что вот, посмотри, вот ошибка. Исключительный случай в хоккее, да вообще в жизни, чтобы человек, оглянувшись назад, ни о чем не жалел, чтобы был уверен, что выбрал то место и в то время, что использовал именно те шансы, которые не имел права упустить. В жизни Валерия Константиновича именно так. 76-й год. Экспериментальная сборная Советского Союза. Белоусову 28. Хоккеиста зовут попробовать свои силы в Москве. В то время, когда, в общем-то, я играл, ну, уж больно очень много было великих мастеров. Очень много. И они в основном были «Спартак», «Динамо», «ЦСКА». В каждой команде была своя пятерка, которая превышала нас, наверное, трактор там на голову. Не суждено было, видать. Надо было в Москву уходить, тогда, может быть, играл в сборную. Не захотели? Нет, я... И не жалею, что я не ушел туда. Очень. Хранитель. Валерий Белоусов стал хранителем уральского хоккея, его главным героем. За него бьются ребята, выкладываются каждую смену, ложатся под шайбы. Ему предстоят более 50 перелетов за сезон, хотя в его возрасте это не так просто. И всегда под невероятным грузом ответственности. Хотя как раз к этому Белоусову не привыкать. Если ты видишь, что команда одно целое, дружная, сплоченная, в раздевалке, на льду, в быту, то всегда приходит результат. Команда полностью комплектуется под его видение, кого он хочет, как он хочет видеть этого игрока, как он его может раскрыть. Поэтому тут абсолютно никаких нет изменений в плане комплектования команд. Когда его пригласили, никто не жалеет, и я думаю, никогда в жизни не будет жалеть то, что у руля трактора такой тренер. И поэтому я считаю, что Валерий Константинович на сегодняшний день в Челябинске по хоккею главный, то есть непререкаемый авторитет, и как он говорит, так и будет. На уход из команды Нечушкина, Карпова, Нестерова, молодых челябинских хоккеистов, болельщики отреагировали обеспокоенно. Как же так? Клуб отпускает своих воспитанников. А каково тренеру?
Мне жалко, конечно, когда вот Нестеров ушел, Нечушкин ушел, значит, Шалунов куда-то уехал, значит, в Канаду, значит, и Куценя ушел. То есть обидно, когда ты работаешь, и вот этот народ должен приносить результат. И в Челябинске, а вот так получается, что они уезжают и приходится, значит, новых наигрывать. Ну, не скажу так, в Челябинске всю жизнь... Не буду такое слово говорить, грабили, но получалось так, что все время уходили из Челябинска. И Макаровы, значит, и Бабиновы, и Стариковы, значит, и Природины, и Девятков, и Котлов. И все, как только тракали, ребята начинали подниматься, значит, их забирали в Москву. Семья. Настоящий уральский мужик, посвятивший себя хоккею, черпает свои силы дома. Каждую игру напротив тренерской скамейки проводит его супруга, Нина Григорьевна. Видит его переживания, верит в его победу. Одна из многих зрителей, но она его самый внимательный болельщик. А еще дочь и внучка. Конечно, человек от Бога, тренер от Бога. Везде у него все получается, где бы он ни был. Поэтому мы как бы, я лично, да и мы, наверное, все любим его, ценим. И считаем, что это гордость уральского хоккея и, самое главное, это гордость российского тренерского штаба. В 93-м Белоусов впервые привел «Трактор» к бронзе, в 2013-м к серебру. Как бы ни было трудно, он поведет команду к новому успеху, потому что таким должен быть тренер. Азарт появляется тогда, когда ты проигрываешь. Как Тарасов сказал, говорит, когда команда выигрывает, не надо лезть туда. Когда команда проигрывает, нужен тренер. Фотографии есть, когда этот Костицын забивает гол, я вот так рукой руки сделал, что это меня сфотографировали. Мне это вот эта фотография очень напоминает, когда ты выигрываешь что-то. Рад до слез. Слезы сами как-то иногда бывают. Раз и выскочили. От хорошего, наверное.